Сегодня глава Чувашии встретился с координатором проекта ОНФ «Материнская платформа» Татьяной Буцкой. Этот проект был представлен в финале конкурса «Лидеры России. Политика», а также на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость». Далеко не все родители знакомы с полным комплексом государственных мер поддержки, как на региональном, так и федеральном уровне, считают эксперты. Цель проекта «Время рожать» – информирование и помощь семьям с детьми. Татьяна Буцкая создала систему информационного сопровождения от мечты о ребенке до выхода из декретного отпуска. В Чувашию она приехала для реализации проекта в рамках конкурса «Лидеры России. Политика». Погрузилась в изучение, и я прям вот полюбила ваш регион, потому что я видела там, вот это регион небезразличных людей, мне кажется. Да, я смотрела интервью, я смотрела вот видео с различных ваших мероприятий, я смотрела, что говорят люди, я смотрела, что они делают. И я понимаю, что у вас в республике живут люди, которые, они, вот, они живут здесь с любовью. Вот я вкладывала в проект именно вот это желание, чтобы к 30-му году, как я написала, Чувашия стала регионом реализованных возможностей. Татьяна Буцкая отметила, что в силу ряда причин достичь некоторых параметров нацпроекта «Демография» довольно сложно. Дорожная карта регионов России, которая создается для семей, планирующих пополнение, будет содействовать повышению качества и доступности медицинской помощи. Олег Николаев подчеркнул, что многие мероприятия и параметры проекта созвучны с комплексной программой развития Чувашии, которая была принята в прошлом году. Было приятно видеть вашу работу, и с удовольствием сегодня мы с вами пообщаемся. Возможно, я услышу какие-то, может быть, новые видения того, что нам надо сделать в Чувашии для того, чтобы быстрее поменять ситуацию, потому что на это нас ориентирует президент страны, что люди изменения должны чувствовать как можно быстрее, то есть не через год.